Но какой был вопрос? Почему он означал твою смерть? Предположим, что был человек, который знал тайну, ужасную, опасную тайну, которая не должна быть раскрыта. Как бы ты стер эту тайну из мира, уничтожив ее навсегда, прежде чем ее открыли? Если бы пришлось, я бы уничтожил человека. И тишина наступит. Я много раз слышал эти слова и никогда не понимал, что они означают мою тишину. Мою смерть. Доктор падет. Почему мы здесь? Это зал Сената. Но почему мы ушли из твоего кабинета? Нам захотелось прогуляться, разве нет? Кажется, я бежал. Почему у тебя револьвер? Ну? Ты опасная компания, пророк. Да. Похоже, так и есть. Продолжай свой рассказ. Доктор, пожалуйста, открой дверцу. У меня ужасная головная боль. Если честно, она сильнее, чем я привык. Как будто на нее давит ужасный вес. А, понятно. Почему озеро Силенсио? Почему Юта? Это неподвижная точка во времени, поэтому проще сделать фиксированную точку. И твоя смерть — это фиксированная точка, доктор. Ты не можешь убежать от этого. Бегаю всю свою жизнь, с чего бы мне останавливаться? Потому что теперь ты знаешь, что поставлено на карту. Не сегодня. Почему твоя жизнь должна закончиться? Какой смысл откладывать? Как долго ты уже откладывал? Устроил себе небольшой прощальный тур. Есть еще дела, люди, которых нужно повидать. Всегда что-то есть. Могу изобрести новый цвет, спасти Додо, играть в Битлз. Здравствуйте, это я. Позовите его, скажите, что мы едем гулять за мой счет, кроме денег и вождения. У меня есть машина времени, Дориум. Для меня все, что происходит, никогда не останавливается. Елизавета Первая до сих пор ждет меня, чтобы сбежать под венец. Я могу помочь Роуз Тайлер с домашним заданием, могу побывать на всех мальчишниках за одну ночь. Время настигает нас всех. Ну, до меня оно еще не добралось. Алло. Доктор, мне очень жаль. Мы не знали, как с вами связаться. Боюсь, бригадир Ледбридж Стюарт покинул нас несколько месяцев назад. Доктор? Да, я... Это случилось очень тихо. Он много говорил о вас, если это может утешить. Всегда заставлял нас налить лишний бокал бренди на случай, если вы объявитесь как-нибудь. Доктор, что случилось? Ничего. Просто...